Вокзальную площадь областного центра приведут в порядок. Городские власти запланировали на 2015 год обширные работы по благоустройству. Площадь должна преобразиться. Здесь демонтируют старые трамвайные пути, уложат новое асфальтобетонное покрытие. Впрочем, другие детали предстоящей реконструкции находятся на стадии обсуждения. Много идут и предложений от жителей города, чтобы привести порядок, потому что это лицо сегодня города. Сюда приезжают и жители, и гости города нашего. И, конечно, то, в каком состоянии сегодня находится площадь, безусловно, это не устраивает ни жителей, ни власти. Сейчас рядом с привокзальной площадью находятся сразу две стройки. Возводят большой торговый центр и храм Вознесения Господня. Работы по благоустройству соседних железнодорожным вокзалом территорий должны быть комплексными, отмечают городские власти. А потому во время рабочей поездки чиновники посмотрели, как идут строительные работы в храме. Когда они закончатся, пожалуй, точно не скажет никто. Церковь возводится на пожертвования горожан, и средств не хватает. Надо заплатить 7 миллионов налично. А потом еще 7, когда сделают купола. Это большой купол и маленькие купола. Вот, они приступят через месяц. Уже на работу пойдет все. Вот сейчас нужны большие деньги, которых нет. Когда будет готов проект реконструкции вокзальной площади и прилегающих к ней территорий, городские власти намерены обратиться за финансовой поддержкой к региональным чиновникам. Не исключено, что к реализации проекта по благоустройству привлекут и спонсоров. Любовь Почерникова, Андрей Семолков, РТВ Иваново.